Как рассказал сын пропавшего Рамиля Арсланов, 13 августа его 83-летний отец уехал на попутном транспорте в Нефтекамск. С тех пор его видели в разных частях города. Сложность в том, что пропавший Шахинур Арсланов страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Сын организовал собственные поиски с расклейкой листовок по Нефтекамску. Рамилю неоднократно поступали звонки, что отца видели и в общественном транспорте, и на разных улицах Нефтекамска. Но пока поиски не принесли результата. Сын очень переживает за отца и просит жителей Нефтекамска помочь. Дорогие нефтекамцы, помогите, пожалуйста, в поисках отца. Не оставайтесь равнодушными. Вот уже полтора месяца мой отец находится в Нефтекамске. Многие его видят, но не считают нужным позвонить полицию. Он нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где он находится или у кого, позвоните, пожалуйста, полиции 112. Заранее благодарен. Пожалуйста, вглядитесь внимательно в это видео из семейного архива. Может быть, вы видели этого человека на улице, а может быть, увидите. Расскажите, что его ищет сын и что его очень ждут дома. Узнать Шахинура Арсланова можно и по громкой речи, так как он страдает тугоухостью. Нет переднего зуба. Если вы что-либо знаете о его местонахождении, либо видели, просьба сообщить в дежурную часть полиции города Агидель по телефону 8-347-31-2-73-02 или в дежурную часть полиции Нефтекамска 02 или 8-347-83-2-29-02, либо в службу 112. Не проходите мимо чужой беды.